Мы можем удалять миомы, полипы, синехии разрушать, внутриматочные перегородки. Все с помощью вот резектоскопа. Современное диагностическое обследование и оперативное лечение гинекологических заболеваний стало возможным благодаря появлению в отделении нового высокотехнологичного оборудования – гистероскопа и эндоскопической стойки. Прежняя медтехника устарела, новая пришлась весьма кстати. Стоимость новинок – более 10 миллионов рублей. Оборудование мы это просили для того, чтобы усовершенствовать свою работу и оказание экстренной гинекологической помощи поступающим пациенткам, поскольку гистероскопия – это наиболее современный и оптимальный метод диагностики патологии полости матки, цервикального канала в наше время. Считается этот метод золотым стандартом для выявления маточных причин бесплодия, для остановки и диагностики причин маточных кровотечений. В отделении гинекологии 8-й горбольницы круглосуточно оказывают экстренную плановую помощь пациенткам из Барнаула и близлежащих районов – Павловского, Первомайского и Тальменского. Ежегодно в стенах медучреждения врачи проводят больше 1500 операций, в том числе и по удалению больших опухолей. Я вот стала вставать на второй день. Меня прооперировали 30-го, и я уже 31-го, меня уже перевели в палату, я уже стала вставать и ходить. Ну, видите, я сейчас уже бегаю, уже хожу, хотя и возраст. Отделение гинекологии рассчитано на 50 коек. Ежегодно врачи ставят на ноги больше 2500 женщин. Гинекологи отмечают большой наплыв пациенток за последнее время. Медики связывают это прежде всего с ковидными временами, когда плановая помощь была ограничена. Сегодня же двери поликлиник открыты. И во избежание серьезных патологий по гинекологии врачи рекомендуют женщинам проходить профилактические осмотры не реже, чем раз в полгода. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.